Я уже запись повел. Так, ребята, ну вот наша попутчица, красавица. Сегодня юбилей. О, есть что творяет. Так, ребят, мы что, короче, в каком-то кабаке. Гараж называется. У нашей попутчицы сегодня день рождения. Она тоже особо не хочет сниматься. На Яндексе нашли вот такое заведение. Не знаю, как что тут будет, но заказали тут шашлычка какого-то. Из свинины. Попробуем, не знаю. Похаваем чуть-чуть. И вино притаранили с собой. Ну что у нас? Бюджет ограниченный. Попробуем винца храпануть. За здоровье попутчицы. Здесь, ребят, такие вот шестерни в виде зеркал. Аутентичное место. Короче, шашлычок принесли. Так, вот это 400 грамм. Сейчас на вкус попробуем. У пацанчика куриный шашлычок. Лучок, лавашек и кетчуп, да, какой-то? Здесь, короче, такая типа верандочка. Чуть-чуть попрохладнее, чем там в зале. Так, ребят, вот что осталось. У пацанчика все съедено. Четверка. Не более. Шашлык самого мяса. Лично у меня с какими-то специями на любителя. И немножечко пережаренное, вот видите. Там были жилки, то есть вот здесь вот 400 грамм, да, вообще не было жилок, мягкие, да. Мягкие вот эти, да, вот прослойки. Здесь вот жилки были чуть-чуть в самом куске жилки, но жилочных таких кусков не было. Которые невозможно жевать и выбрасывать. Может, это так надо, может быть, я не такой знаток шашлыка. Мясо немножечко, вот видите, пережарено, прямо оно отдает такое, знаете, подгорелостью. Пересолено. Мне очень не понравилось. И имеет какой-то вот вкус маринада, там, я не знаю, или что-то еще. Короче, у Радостева я еще раз могу вам сказать, что пятерку заслужить очень трудно. Очень сытно, очень аутентичное место такое, да, атмосферное. Прям никого здесь практически нет. Четверку я ставлю. Вот. Ты какую оценку ставишь? Пацанчик сейчас. Я не снимаешь? Ну, я руки так. Ничего. На лицо не снимаю. Ну, чтоб объективно. Если все понравилось, пятерку. Пять тогда. Ты просто за мной? Если ты брал бы куриный, то тебе 100%. Куриный я не брал. А вот надо было брать. Куриный понравился тебе 5 баллов, да? Да. А тебе? Мне тоже все понравилось. 5 баллов, да? Да. Вот, ну, я говорю, четверка, не больше, вот, не больше, не больше, потому что видно вот прям вот, ну, я, ребят, ничего не выдумываю. Вот, поджаренное, вот здесь кусок, ну, сытно, сытно, вот я даже доесть не могу. Вот. Лука очень много, зачем столько лука? Мне нравится, он такой, он же не свежий. Вино он спасает. Такой бар, гриль, гараж. 2200. Авангард. Парк развлечений. Есть детская, подростковая, взрослая программа. Будете ходить там темные локации, куклы, музыка. Замок страха. Ну, это для детей, наверное, да, пока? Я не пойду. Фонарик нельзя. Ну, а как его увидеть? Нельзя. Сказал мне включать штраф 5000. А как увидеть-то? Давай. А где эта фиолетовая линия? А? Ну здесь, где? Иди, иди. И как? Да иди. А вот, смотри. Да тут камера, алло, гений. У нас сюжет. Камера! Я не вижу даже, куда идти. Вообще не сориентируешься даже. Там вообще темнота была. Ну это мы видели. Это мы знаем, ребят. Кто там? Сударь, здравствуйте. Что ли? Сударь, здравствуйте. Бля, все?
Все? Да. Здравствуйте. Еще туда надо. А еще? Ну, ребят, ну вот такая тема. Пишет у нас. Иди сюда. Вот какой-то дед. Да. Не пугай. А чё без света-то? Почему? Всё, ёпта. Всё, до свидания. Ну нормально, чё. Ребята, 350 рублей. Какие вам цвета? А какие? Банан. Банан. Возьмите разные. Нет, банан. Да, они разные. Одну банановую, одну разную. Мне вас не снимать. Вы же в розыске, я знаю. Непон. Непон. Да, все ладно. Не, просто я никогда не видел, как делаю. 40 лет живу. Да? Вот ни разу не видел. Никто не видел. Купишь тебе резидент на его 8 и 4. Ребят, это как сосок. Просто себя выше снимаю, тут цветочек делаю. Как скажете. Это типа сложнее, да? Да, самое тяжелое. О, он красивый, да? Смотрите, ребят, какой цветочек нашей именинницы из сахарной ваты. На колесо идем. Колесо сколько стоит? 350. Детский до 10 лет, да? $350, ребята. Ребята, Евпатория с птичьего полета. Для вас, от радости вам. Справа у нас город, снизу у нас парк «Авангард». Кабинка как-то наклонилась. Здесь запрещается с собаками распитие бургеров, еды, алкоголя и курения запрещено. Да, еще чуть-чуть, и мы на вершине. Каждая кабинка оборудована кондиционером. Внизу крокодиловая ферма. Ну да, покажи тот самый, который мы были. Да, ребята, мы с нами были в замке страха. Ну так что, не страшно. Не страшно? Не, не так. Такой вот, ребята, парк здесь придумали, короче. Ну, мы живем, слушаем, каждый раз кто-то бубнит в микрофон. Да, вчера, например, вот это вчера, помнишь? Да, вчера. Там еще колесо вечером оно светилось. Оказывается, это вот этот парк. Так вот, болтики. Все вроде практически не ржавые. А здесь что-то шумновато, друзья. Вот такое вот колесо обозрения.
Уже можно начинать, да? А по синим стрелять или по желтым? По синим. Неудобно тебе? Включи прицеп. А можно его? Довольны ли вы? Парк развлечений «Авангард». Город Евпатория. Она такая классная. У нее сегодня день рождения. Мне очень нравится. Друзья, вот вы говорите, Челябинск – суровый город, а посмотрите в Евпатории, что нет перекрытия на балконе. Вот, мне кажется, где суровый балкон. Друзья, теперь вы можете полностью быть уверены, что Крым – это Россия, Сбер пришел в Крым. Видите, в овощном отделе народу практически нет. Все на рынке очень покупают. Короче, всякие эти. Все для посуды, пластик, стекло, кастрюли, ложки, поварёшки. Все есть, ребят. Фильтра. Хлеб, булочные изделия, все есть. Пацаны, смотрите, что нашел, короче, вот это охеренное мороженое белорусское. Когда-то в Москве, подожди, когда-то в Москве оно было, потом исчезло. Сейчас, правда, на 70 рублей стоит, но если оно то, судя по упаковке, то вообще не пожалеете, берите. Но, по-моему, оно то, с пингвином, с этим. Короче, Белоруссия здесь написано. Где написано? Да, вот, Республика Беларусь, Минская область. Ну, короче, мы берем на пробу, но, по-моему, это то. Ребята, не удержался и попробовал это мороженое Эскимо 28 копеек. Правда, оно 70 рублей стоит, 69. Но посмотрите, вот это коричневое, оно и с шоколадом, и внутри как бы шоколад не сливочное,
везде шоколад. Это вообще как из детства. Шоколадка вот эта, она очень мягкая такая. Ну, не тянучая, но и не сыпется, знаете, как от современных мороженых. Ты это ешь? Короче, ребята, рекомендую.